Следователи выясняют обстоятельства кровавой драмы в одном из магазинов Челябинска. На рабочем месте была найдена убитой продавец. По подозрению в расправе задержан ее супруг. На месте инцидента побывал наш корреспондент Татьяна Лаврова. Татьяна, вам слово. Спасибо, Андрей. Все произошло именно здесь, в этом офисе. По данным служителей закона, 43-летний мужчина пришел к своей жене. Здесь она работала продавцом. Возможно, мужчина хотел поговорить, но диалога не вышло, завязался конфликт. В какой-то момент он достал припасенный нож и нанес не менее 20 ударов в область головы, лица и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ну, когда уже ее нашли, это было обеденное время, где-то часа два. Я не в курсе ничего. Когда тут все эти происходили события, меня не было здесь. Вот у меня на работе сейчас ничего толком стоять не могу, потому что ни хозяина, ни там, никого нету. И полицейские сказали, что болели. Мужчина попытался скрыться, но позже его поймали полицейские. Сейчас ему предъявлено обвинение. Вину он признал полностью. Центральный суд отправил его в СИЗО. Там он пробудет до 19 июня. У пары остался 10-летний ребенок. Сообщается, что девочку забрали к себе бабушка и дедушка. Татьяна Лаврова, Максим Лисовский, 31 канал.